Всем привет, друзья! Начинаем заниматься по программе тренировок по увеличению отжиманий. На этом листе у меня написана сегодняшняя дата, 12.02.17. Здесь будет три подхода, каждый подход делается на максимум. После этого записываются повторения, количество повторений, время, с которым сделаны подходы. И также на следующей тренировке будет это все переписываться, и мы будем увеличивать эти подходы, все повторения эти, все на 1-2 повторения в каждом подходе. Время отдыха должно быть такое же, как и время выполнения упражнения. Такую тренировку я буду проводить 3 раза в неделю. Каждое время мы будем записывать и смотреть с каждой тренировкой, как она увеличивается. Все я буду снимать, естественно, для вас. И потом мы постараемся сделать 300 отжиманий за самое короткое время. То есть за самое минимальное время, которое у меня получится. Срок 3 недели подготовки. Ну что же, погнали тогда. Начинаем время. 1, 2, 3. Семьдесят семь минута 0,7. 77 минута 0,7. Теперь отдыхаем тоже минуту где-то. Сейчас будет второй подход. А сколько вы можете в одном подходе сделать повторений? Я летом делал 100. Но это, видите, все зависит от силовой выносливости. Она падает, когда не занимаешься. Поэтому нужно постоянно, регулярно отжиматься. Ну что, погнали тогда. Минуту, короче, 20, блин, я сбился, 27 вроде бы за минуту. Блин, 27 было, я что-то сбился со счета. Значит, минуту сейчас отдыхаем. Делаем на максимум, чтоб прям до последнего, чтоб уже невозможно было подняться. Третий подход тоже на максимум. Все подходы на максимум делаем. Фу.
Приготовились. Погнали. Последний. 16 за 47 секунд. 16:047. Короче, вот что у меня получилось. Я сделал 120 повторений за 4:50. То есть на следующей тренировке я должен буду побить каждый из этих повторений и подходов. То есть выбиваю подход, у меня в следующей должно тренировке быть уже не 77, а, например, 78-79 за более короткое время. И вот так и будем идти дальше. И через 3 недели у нас должно это время снизиться. То есть мы должны сделать гораздо больше повторений за более короткий промежуток времени. Ну вот, друзья, надеюсь, вы со мной будете тренироваться по этой программе тренировок на количество отжиманий. Надеюсь, все получится у нас. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока!